Ты что? Вызывай полицию. Ты можешь выйти просто? Нет, не могу. Почему? А потому что, блядь. Ты что делаешь? Со мной просто, блядь, не зачем? Так общаются, как я хочу. Хорошо, круто. А ты скажи, зачем ты делаешь? Хочешь домой ехать? Девушка, я вас попросил просто добавить транзит. Я сказала, блядь, вызывай полицию. Да. Давай просто выйдем и все. Выходи, блядь. Ликусь, пошли. Вызывай, Ликуся останется со мной. Такой зачем мне здесь оставаться? Пошел с такими криками? Зачем? А ты вызывай полицию, блядь. Нет, блядь, полицию вызову я, блядь. Не надо? Нет. Ну, конечно, не надо. Ебать. Ну ты че? Ну ты че, дочь? Ну ты че? Закрыл дверь, пошел нахуй отсюда. Вызывай полицию, блядь, сука. Вызывай полицию, блядь. Папа! Нет, блядь, я звоню сюда. Только пойди с ней. Я тебе сказала, блядь, ушел отсюда. Ушел отсюда, блядь. Люди должны быть наказаны, блядь, все, блядь. Дебил, блядь. Вызывай полицию, блядь. Полицию вызывай, блядь. А, нет, блядь, вызову я. Давай, блядь. Чё ты, блядь? В себя поверил, блядь. А папа никуда не ушел. Папа здесь, дочь. Ну, а ты дядя просто дебил, блядь. Бывает такое, дочь. Представляешь? Не все люди зай адекватные. Представляешь? Вызывай полицию. Чё ты сидишь? Вызывай полицию. А потому что дядя не в адеквате. Понимаешь? Дядя просто не в адеквате. Мама, хуй не забывай. Я тебе сказала, блядь, я отсюда не выйду, блядь. Еще раз я тебе сказала, я отсюда не выйду, блядь. Да мне похуй, что он хочет, пусть делает. Отстань от меня. Отстань от меня. Отстань от меня. Еще раз, блядь, повторила, отстань от меня. Иди нахуй, блядь, своих детей рожай, блядь, потом, блядь, нахуй, блядь, ебашь, блядь. Что, блядь? Да что, дочь? Можно его ебло разобью? Можно? С ноги. Вот так вот. На-на! Можно? И ты пойдешь к бабе. Можно? Можно? Вылезай, иди к бабе. А ты вставай нахуй, блядь. Выходи, блядь, отсюда, блядь, эти ебалы.